Здравствуйте, уважаемые зрители. Сейчас я проведу небольшой экскурс по нашим мощностям и начнем с литейного цеха. Наш цех разделен на две зоны: зона литья и зона механической обработки. Начнем с зоны литья. И непосредственно сердце нашей литейки – это вакуумная машина литья под давлением, необходимая для отливки различных деталей, таких как корпуса, ротора, точнее бельчи клетки роторов и тому подобное. Плавка металла происходит в тигеле, к которому подсоединена подача азота, то есть процесс плавки у нас происходит в защитной среде, чтобы повысить качество получаемых изделий. Далее из тигеля металл попадает в вакуумную камеру, в которой уже подготовлена опока. Вакуумная камера у нас подсоединена к вакуумному насосу, который как раз и создает внутри вакуум, посредством которого как раз и происходит заливка металла в опоку. Рядом с вакуумной установкой вы можете наблюдать гранулятор, который нам необходим для переработки более габаритных материалов в мелкие гранулы. Сейчас я вам покажу. Вот вы можете наблюдать мелкие гранулы меди, которые были получены из отходов производства Горынычей. Пройдем дальше, и здесь вы можете наблюдать муфельную печь, которая необходима для нескольких наших направлений, таких как подготовка и просушка опок перед литьем. То есть перед тем, как установить опоку в вакуумную камеру, мы должны сначала просушить ее полностью, чтобы из огнеупорного материала, которым заполнена опока, вышла вся влага. И также, чтобы вся эта смесь дошла до определенной температуры. Здесь вы можете видеть промышленный сушильный шкаф. По принципу действия и области применения он мало чем отличается от муфельной печи. Его основное предназначение – это сушка пролаченных статоров в единичном экземпляре, можно сказать. То есть, если нам необходимо просушить один статор, нам невыгодно это делать в большой муфельной печи, так как расход электроэнергии у нее намного выше. Здесь находится у нас индукционный нагреватель, который необходим для нагрева различных металлических материалов. Мы его используем как для термической обработки, также для пайки бельчи клетки роторов и для других направлений. Он также используется. Вся литейная зона у нас оснащена системой вытяжки, которая нам позволяет вытягивать все выработанное тепло, также вытягивает продукты сгорания, которые производятся в данных процессах. Давайте перейдем далее. Здесь у нас находится множество станков, таких как шлифовальный станок, сверлильный станок. Также вы можете наблюдать станок для заточки инструмента, а точнее заточки сверел. Здесь вы можете наблюдать гидравлический пресс. Данный пресс у нас служит для многих применений, как и для прессовки статоров в станину, также в прессовке подшипников на валы и многое другое. За гидравлическим прессом, если вы пройдете, у нас стоит токарно-фрезерный станок. На данном станке мы изготавливаем оснастку, различные детали, дорабатываем двигатели. Данный станок мы оснастили частотным преобразователем для удобства работы за ним.
Также имеется полный набор необходимых инструментов, резцов, зажимов, тисков. В общем, все, что нужно для комфортной работы. В этом ролике вы увидели основные мощности, которые находятся в литейном цеху на момент марта 2021 года. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь и следите за новостями. А если у кого-то возникли какие-то интересующие вопросы, задавайте их в комментариях. Будем на них отвечать. До свидания.